А, так Энн решает, это же тоже решает. Я тут. Чё, где вы? Чё за история с разрушением? Ну, она всех обещает. Мы будем делать, парни, одну деревню? Все клеймы под одной, или вы будете в этом сейчас? Ты не будешь? Наши. Я буду, в том-то и дело. Да, я тоже плюс. То есть ваши клеймы, мы все наши клеймы, кто из банды, имею в виду, они будут все под одно управление. Зрители тоже, которые у нас. Ну да. Ну и зрители, которые, да, будут. И типа в ящики тоже можно будет суваться. Вот тут я не знаю, короче, смотрите, предложение следующее. Во-первых, начинаем с того, что мы объединяем это все, да, в один клейм. То есть, ну, Джокер хочет мне, в принципе, хую. Джокер обещал, не будет пакостить. Отдаем типа Джокеру, Джокер клеймит полностью вот эту всю территорию. Во-первых, все можете делать абсолютно все, да, там ягоды собирать, там склады смотреть. Потом на территории Алькора, потому что она, во-первых, не играет, во-вторых, она пустая сейчас, ни дома, ничего. Мы делаем огромный большой склад. Там у нас для чего это делается? Во-первых, здесь все дороги сводятся туда, то есть другие деревни, если захотят, они будут ходить туда торговать. Во-вторых, туда удобно, вот мы туда проводим все дороги, и там, если что, все разгружаем, там вот эти все ресурсы и так далее, оттуда это как общая, знаете, складская зона. Вот, и, ну, постепенно просто самообеспечением ресурсов занимаетесь. К примеру, вот я вот каменщик, я сейчас дохуя буду делать камни. Не надо, убери, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, и просто вы приходите там условно на этот склад или там ко мне, берете этот камень на свои нужды, и так вот просто каждый самообеспечение, ну то есть мы самообеспечиваемся внутри коммуны, а пока рынки убираем все, потому что, ну, нам достаточно, а потом уже, когда ресурсы будут в избытке, тогда уже будем торговать, ну, определяться. А не, ну, товарищ Смодей говорит дело, как ты считаешь, товарищ Радуга? Еще новых зрителей. Товарищ Смодей говорит дело, товарищ Радуга. Еще новые зрители, которые будут заходить и вступать в наш город, они будут пионерские лагеря проходить, короче. И да, и кстати, по выбору звездочек тоже надо, ребят, будет не просто, чтобы вы нажимали, как у нас 10 каменщиков. То есть мы там, к примеру, нам вот сейчас нужен был плавильщик, мы вот человека назначили плавильщиком, ему сейчас территорию выделили или плавить. Вот, то есть надо будет вот так вот, инженер нам нужен, тот же плотник, вроде кто-то, вот Верхиор вроде, да, плотник. То есть да, надо определиться будет. Ну, короче, я понял, вы хотите сделать условный идеальный коммунизм. Идеальный, да. Ну, он, если, конечно, не работает. То, что я, ну, я не знаю, вот типа, мне говорят, что... отлично. Мне говорят, что это хуйня, потому что игра заточена под торговлю. Типа, если мы будем себе... торговлю, это факт. Если, ну, мы будем, посмотри, типа... просто вниз, и как у челов, там, ну, 10 понимаю, человек, да. Они большие, но... это, это вещь, а может, говорю, одну валюту сделать? Хотите это нахер, понимаете, в чем? Давайте вас дослушайте, пожалуйста. Давай. На серверах просто, вот на сервера ЭКО, можете их полистать, зачастую, там, на большей части серверов больших, где игроки есть, кооп запрещен полностью, то есть каждый сам за себя, исключительно сам за себя. Слушай, а зачем тогда механика в игре присутствует на деревню, на общую вот эту вот территорию? Можно сделать... Я к тому, что это не обязательная история, но почему это делают? Так делают, потому что так, во-первых, попросту интереснее. Во-вторых, можно сделать нашу валюту, пацаны. Да, я за валюту, общую валюту. Ну, общую для нашей деревни. Ну, а ты же валюта не будет распространяться, ты в магазине не можешь выставить общую валюту, типа. А можем, Рекорд, нельзя так делать? Да, можно там валюту поставить. Проблема в том, что если у всех был доступ к магазину, пришел, короче, поставил себе одну монету и так далее. И, понимаешь, без валюты должна чем-то обеспечиваться. Допустим, я все... Ну, мы золото будем добывать. Смотрите, мужики, я сейчас заклеймлю себе сейчас все. У меня моя валюта бесконечная. А у вас нет. Ну, я заклеймил себе ферма. Значит, моя валюта обеспечится продуктами, не так работает? Нет, там просто тот, кто изначально чья валюта, у него бесконечное количество. Она у нас у каждого бесконечная. Да, понимаете, то есть, условно, если я, буду, допустим, нановской валютой торговать буду, она может прийти ко мне у себя выкупить у меня все, потому что она у нее не заканчивается, понимаешь? Ну да, да. И что предлагаете, как это починить? Вот, ну, тут просто решать, хотя... либо на формате ребят заставить разделиться на юге, да, чтобы они как это отдельно играли. Вот. Так, либо две коммуны и так далее. Если будет людей больше на серваке, в какой-то момент все профессии будут плюс-минус заняты, и коммунам нет смысла взаимодействовать особо друг с другом. Ну, так логично, и будет. Нас уже играет там... дохуище. 60 человек, блин, на сервере. Там сейчас огромная надо территория. Надо было сразу сказать, что запрещено общее вот это вот общение. Ты говорил. Да ты вчера сказал, не больше двух байп, человек, все, типа... Вайпаем, блядь. Вайпаем? Не больше двух человек, да. Частенько два человека, это максимум. Вайпаем сервер.
А там, блин, у них ребята уже за комьюнити делали. Сейчас меня тоже пытались ребята в деревню объединиться, там тоже такая же херня. Но пытались это сделать через институт демографии местный, но он работает по-другому. Нам нужно оружие, нам нужно их сломать, блядь. Нам нужно их уничтожить. Не можем, несите танки. Формат, тогда им сказать что? Надо сказать им, чтобы они разделялись не больше двух? Разделялись, да, типа на анклавчики не больше двух. Не, ну 2-3 человека, типа. Ну, тогда и нахуй сервера. Ты три. Там людей хватает. В принципе, понимаете, два человека это плюс-минус количество звезд, это какой-то, допустим, ну, условно говоря, я с драконом начинаю бизнес там по дереву, мы с пчелиным деревом занимаемся, это наша семья. Ну так мы с НДМ этим и занимаемся сейчас, в принципе. Ну и так далее, и тому подобное, понимаете, то есть подобные вещи. Это первый вариант. Вариант второй, мы сейчас, как вы хотите, делаем здесь полный коммунизм, смотрим, через это получается. Не, ну, просто скучно будет, я подумал, это, типа, мы, мне кажется, закончим игру быстро, нет? Да, быстро закончим игру. Потому что, ребят, сами подумайте, мы это... То, что у нас уже здесь происходит, это должно происходить, ну, день на пятый. Ну, может, на... Вот то, что сейчас произошло, должно было быть на пятый день? Ну, подальше, ну, дня два точно. То есть мы быстро развиваемся, ты хочешь сказать? Потому что коопится много, да. Очень много коопа. Ну так, блять, внесите поправку железо, в конституцию тогда, да и все. Тогда нужно, типа, говорилось же, введите это, да, создайте правительство, введите закон, что нельзя приглашать человека. Кооп нельзя с игровой механикой запретить. Конституция определяет порядок голосований, выборов и прочей херни. Не, ну мы же там пишем сами всякие штуки, блять, и написать, типа, не копимся больше 2-3 человек. Типа, имейте... Это серверные правила. Ну да, это да. Правила, но оно типа, будет условно конституцией. Что просто типа через глаза будут копиться и никто не заметит. Быстро. Да, я тоже об этом подумал сразу же. Ну, а полицию водить? Ну, да. Джокер, где но... этот человек? Вот она, рука где закона. А с водой полицейский. Я каменщик, ребят. Он копчик. Ну, кирка тоже оружие. Ну, господа, надо генсека просто поставить. Бля, ну делать сюда будем. Просто если коммунизм, то мы точно. Мне нравится идея с торговлей. Вот с торговлей охуенная идея. Я хочу, чтобы типа люди шли, но я хотел бы сделать одну валюту. Ну вот, ну у нас пока есть свои магазины. Хотя бы ты так немножко получаешь что-то с магазина, а потом будет золото, чеканить будем, и будет тебе валюта. Ну вот у нас уже есть валюты, человек, да. Ты назначил его, я ему сделаю кузню. Давайте так, чеканим монеты. Слушай, Вильхиора, в плане монет такой вопрос. У нас, условно, мы сейчас заводим валюту, единую для всего сервака, правильно? Mm-hmm. И какие-нибудь типы на другом острове начинают чеканить эти же монеты. Как это вот будет регулироваться? Понимаешь, правительство в игре одно. То есть они не просто не имеют этой возможности. То есть они... Буквально механически не могут чеканить эти монеты. Валют может быть несколько на сервере, но это зависит просто от сервера и так далее. Как правило сервера, опять же, это там уже история. Валюту должна обеспечивать. Условно говоря, чтобы валюта обеспечивалась, нужны, допустим, будут золотые слитки, которые будут находиться, сдаваться, собственно, в казначейство, и в обмен ты получаешь эту самую валюту. Например. Mm-hmm. Это валюта, этой валютой торгуется. Ну, на самом деле, это не будет... обязательно золото, ребят. То есть я играл на сервере, где ракушками было использовали в обеспечении. Это... Бля, нормальная тема. Ну, крышки грибами жареными. Но золото, кажется, самое такое. Я так понимаю, что есть те, которые уже нашли золото, и они быстро его копают и куда-то его ныкают, чтобы потом, блядь, зачихали. Я его знаю. Я думаю, такие есть. Может, да, может. Я, хорошо. Про кооп я говорил с самого начала, но как бы ребята сказали, да ладно. Ну видишь, блять, ты когда рассказывал, я лично не думал, что именно таким образом будет. Я представлял это по-другому. Ты пока вникаешь в механики, ты потом узнаешь что-то. Я никого не обвиняю, просто надо что-то делать. Ребят, не, ну я не, смотри, если мы не делаем коммунизм, то я за то, чтобы тогда просто, ну, разделить кооп. 2-3 человека, объединяйтесь, ради бога, делайте безвозмездные обмены и так далее, но с остальными будьте тут добры, торгуйте. Проблема уже, ребята, если к этому идти, то у типов, которые хорошо играют уже, блядь, 2 дня, прям ебашат без остановки, у них базы, кооптные уже, что они с этим сделают? Они 2 дня просто ебашили просто так, но как-то некрасиво. А, ответ простой, пусть строят ебаную мэрию. Я заебался строить мэрию. Вы меня достали. Я единственный, кто строит ебучую мэрию. Нихуя, я приносил ресурсы на мэрию. Не видел.
Несут, мы тебя короче. А где она вообще? Да, вон, видите, сарай вон там, это мэрия, добро пожаловать. А, или вот это, в смысле, мэрия сзади? Подальше, нет, подальше, на берегу. Это мой дом, пацаны, блядь. А, ну да. Давайте дом Радуги разберемся. Радуги, все, у тебя теперь не дом, а... Не, ну я приносил стачок дерева. Вот если бы каждый по дереву стачку принес, блядь. Нужен камень. А, все, так, блядь, тогда хули вы меня тут доебываете, блядь. Дерево нужно на верстаки, поэтому нечто. И нам до хрена еще придется делать. Вот мэрия, да? Это мэрия? Нет, нет, мимо. Вон мэрия. Еще дальше. Вот она впереди. И прямо передо мной. О-о-о-о. Это вот, смотрите, чей-то там дом, а вот это мэрия, блядь. А, так она уже из камня. И каменщики, работайте, вы че, блядь, сучары? Идите за мной, короче. Лесорубы, блядь, въебывают, каменщики нахуй курят кальян, блядь. Вот видите вот это помещение, короче, в которое хуй зайдешь. Вот только это помещение нужно под ебучий суд. Заметьте, видите, чакон. Это не дизайн решение, это камня нихуя нет. Смотри, ладно, ты говоришь, типа, все должны... быть крысами, типа, магазины делать и все такое, а кто мэрию будет строить? Типа, бесплатно никто не будет этим заниматься. Короче, идея в том, что мы сейчас... простое решение для коопившихся это форсированно заставить их заработать на мэрию. А затем они, ну, они разбиваются, пячат на мэрию, закрывают мэрию, грехи исчерпаны, прогресс как бы забить, прогресс остается, все нормально. Труд я простого думаю, человека загребают. Либо вариант дальше это оставить плюс-минус все как есть, но не коопиться дальше. С другой стороны, те люди, которые уже закооперились, с этим тоже надо что-то делать. Ну, короче, да. Вот она, капитализация. Ну да, вот проблема в том, что надо было вчера это все обсуждать. Да, блять, вчера это все обсуждали. Опыта просто, ну, типа. Вчера. А? Ну, у людей не было, у большинства людей, которые играли вчера... Да, блядь, дохуя было, и стримы смотрят все на фоне стопроцентно. Просто из-за заряда, ну, блядь, ну чё, я там пойду поиграю, мы там вдвоём, втроём сядем, вчетвером, впятером, ну, восьмером, девятером сядем, ну, нормально, типа, вот. Ну, понимаешь, если прям видно, что группа охуеть сколько прогресса имеет, ну, понятно, что они там закооперились. Приходишь, так, делаешь амплоэм, все хуйки, админки даёшь, и всё. Мне кажется, чтобы людям, которые вот так вот коопились большими группами, чтобы им не было обидно, лучше просто, ну, заново начать все, чтобы все заново начинали, а не того, заново что они должны тратить да, свои это уже, силы. Это тут уже вайп нужен, чтобы так. Ну вот, я как большая группа подошла, кстати, могли бы и позвать, но ладно. Вам пизда. Да. Я представитель большой группы. Вот вы и попались, пацаны. Думали, мы не заметим? Мужики, наш коммунизм хотят в капитализм превратить. Так, что мы об этом нагибать? Мы опять превращаем коммунизм в капитализм. Ну. А где Лобачёв? Союз таки развалился. История ничему не учила. Так, а минусы в чем? Минусы есть? Не, ну минусы, кстати, коммунизма не особо много. Минусы коммунизма? Мы просто, если будет коммунизм, быстро игра закончится. Факт. Но там не забывайте, что у нас куча народ поливает, конечно, к хуям. Не то чтобы минус, просто есть такая штука, что у нас куча народ съебется сразу. Ну, смотрите. Не, в смысле, если нельзя копиться, то челы поливают сразу? Смотри, игра резко увеличится в времени, прям гигантских, до нормальных размеров, до тех, о которых говорил Вильхиор, но у нас очень много уйдет. Мы уже с утра об этом говорили, у нас действительно несколько людей говорили, что они максимум несколько дней могут поиграть. Или типа сразу спалит, потому что. Да, все неправда. Так а в чем понт тогда? Я честно, ну вот мы когда заходили, я, блядь, рассчитывал на то, что мы условно, блядь, реально построим эту пушку там на 29-й нахуй день. Не, ну факт тогда, факт. Просто не, типа, а нахуй за неделю? Мы, блядь, игра долго. Собирались, не, что-то, блядь, вы... думали и как так далее, чтобы неделю поиграть? У нас еще нету механика, в принципе. Механик берется вообще на первый день. У нас даже близко нету его. Ну, слушай, с тем уровнем коопа, который у нас сейчас тут набирается, наберется довольно резво, я так скажу. Ну, где-то к 20-му дню мы можем поставить, наверное. Если да, напрячься. Не, меньше. Нет, там резов много очень. Сейчас еще рабочая неделя начнется, люди будут с утра на работу и ходить только вечером играть. Слушай, в пятницу, полный сервер, извини меня. Ну это раз в пятницу. Ну, давайте так, у нас
из опций в любом случае. Или доигрывать так, или, наверное, все рестартать, потому что разбегаться сейчас будет немного странно. С другой стороны, мы все попробовали. Это все еще возможно. Почему? Да, и... В принципе, сделать... Ну и плюс да, не будет большинство людей сразу пикать каменщик и... Да, да, не будет людей сразу набрались. Да, 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 тоже есть история. Понятно, почему то, что объединение, например, лесорубов или каменщиков вместе, это пиздец какой буст. Вот насчет поваров, я бы сомневался, типа, ладно, если повара объединятся, типа, они же никакой буст не дадут. Для... Ну смотри, повар объединяется, допустим, с плотником и объединяется, допустим, с фермером. Нет, повар с поваром. Ну, это не обязательно повар с поваром, тут еще думаешь, что у нас одна профессия, люди колотятся. Это Настя и Радос. Да в смысле? А ты? Или ты не повар? Бладман повар, я знаю точно. Я не повар. Лонли у нас повар. Самый несчастный повар на сервере. Я самый далекий фермер. Живу в самой жопе. У нас еще так, одна ребят, проблема, вопрос. По итогу, мы что, мы сервак будем рестартить? Или мы типа я просто не знаю, почему говорят, типа, вот, но это сейчас будет сделать друг невозможно, ну, да многие ливнут. А в чем, блядь, смысл нахуй но тогда? У нас есть кого-то комплектовать, если они ливнут? Типа, там же хватало вроде людей, нет? Да, даже не в этом дело, а в чем проблема сейчас разделиться, типа? Не, я наоборот против, нахуй. Я тоже против, блядь. Я просто сейчас представляю, если будет вайп, я нахуй дропну, потому что это пиздец. Я тоже дропну сразу. А, ну тогда надо, ребят, их дропы разделять как-то. Да никто, блядь, никого не дропает, пиздец. Если, если 9 типов разделится на 3 по 3, то ничего страшного, блядь, не произойдет. Но они все равно будут в большом этом. Посмотри, блядь, ты просто сходи, посмотри на их деревню уже, блядь, там. Там такой пиздец. Просто мне, честно, до их деревни, у меня, блядь, лесополоса строится. Мне вот до их деревни, главное, чтобы они помогли ракету построить, блядь, и все. Вот. Мы же все эти ресурсы, эти же ресурсы, они не уйдут в никуда. В этом и суть. Типа, может, ты какие-то ресурсы я думаешь, что ты заберешь себе, но они все все равно уйдут на игру, хотя на конечную цель. Сегодня короче, мы сейчас внесем поправки здесь в Конституцию. Кто надо, втроем, короче, тогда секунд, их разделять, только по сколько строится, определиться, да и все. Мы разделяем все, никакого коммунизма. Ребят, на самом деле надо... Когда, к примеру, собираетесь по три человека... Да не, Олег, просто если мы будем играть, как мы будем играть, мы будем строить в этом городе, мы там, блядь, только сделаем железные топоры, а пацаны уже с пушки... Алло, блядь, что, охуели? Сбивают нахуй метеорит. Железо, вы хотите вайп? Я, блядь, нахуй приеду домой. Вы чё, нахуй? Я Диман, я твою... Когда... Спать лег, я был вымотан, как будто на заводе работал, блядь, день нахуй. Ты чё, блядь, там Сандей мост какой-то построил материковый. Ты чё, блядь? Здесь не хватает танков, блядь, прийти к тем, кто нарушал вот эти законы нахуй. Нахуй, под ноль, блядь, их территорию. Подожди, подожди. Короче, мы к чему приходим? Разделяем их, правильно? Чисто коммунистическое. А то там я был... за. Окей, кто-то из наших ребят против, типа, к чему определяемся? Ну, просто да, то, что там они болтают, это все здорово. Это типа, ну, по сути, как бы, тут ну, как мы всегда... разделяем максимум 3 человека в коммуне. Почему вообще все копились, если никто не копился? Окей, все, тогда мы просто говорим, что так, про теперь они должны сделать так, и пусть ебутся как хотят, и все. Кто там дропает, ну, просто пусть напишет, мы новых людей возьмем. Ребят, я просто напоминаю, что у нас есть такая херня, как конституция, туда вписывается закон, что кто-то копится, те в изгнание уходит. Ну, а просто... администрация за... сервера, блядь. Зачем? Слушай, ну это но, тоже ты, знаете, находить лазейки в Конституции, ты заебешься ее писать, с тобой 200 страниц, как в РЛ. У нас правила сервера, блядь. У нас Джокер, у нас тирания дичайшая. Чуть увидит, сразу баним нас. Короче, самые богатые пацаны, это вот типа... Почему? Все, пошли тогда объявлять, что по 3 человека, и как бы спасибо за это. Почему они это делали, а мы изначально не делали, потому что изначально это обговорено было. Но вчера Вильфер сказал, не копится, типа, под охуя народу. Ну, мы на самом деле, несмотря так, на то, Димас, что мы блядь, все вместе... Так, Димас, блядь, не пизди, не даешь, слушай, ну, помолчите, заходи в игру, дайте в игре блядь поговорить. Короче, мы пришли к мнению, что делим по 3, правильно? Не в игре, алло. Да. Все, ты такой злой. Короче, ребят, мы обсудили, решили, что не более 3, типа, игра продолжается, значит, те, кто были сейчас объединены там в большие вот эти коммуны, дробите их, делитесь максимум по 3 человека. Типа, если кто-то ага будет забивать, то сообщите, мы новых людей доберем. Потому что, ну, рестартовать, ну, типа, мы решили, что не стоит, слишком много времени на это потратили все.
там постройки дорог и все остального. Типа, вы просто так каким-то прям семимильными шагами прошли, ну, придется, да, потерять какое-то время за это время, так как вы весьма вперед ушли, возможно, остальные подтянутся и догонят вас хотя бы, да? Пока вы будете там делить и все остальное, поэтому в целом... Да, кстати, мы не сильно впереди, мы только, ну, типа, ну, железо мы сделали. Ну железо. Ну, а кто-то еще железо сделал? Сколько, сколько на сервере железа? У нас так? Два плавильщика у нас. Один плавильщик на весь сервак. Один половину у вас. Ну второй это у нас. Второй это только новоприбывший, он, блядь, наемный рабочий. Чай, да, мы чай сделали вот второй. Ну короче, нет, он дорогой стоит, понятно. Но ничего не проплачено, это гены. Неважно, суть в том, что мы только-только его сделали. Суть в том, что типа вы как бы по сути гораздо быстрее развиваетесь, чем все остальные за счет того, что у вас коммунизм, и, ну, и игрой это не предусмотрено. Это факт, потому что... Оно формально предусмотрено, но это так просто не интересно. Но нами нежелательно. Ну, типа, мы тогда быстро игру закончим, ребят. Поэтому делитесь по три, типа, если кто-то дропает, то сообщите. Ну, пока не договаривались еще, дракон, на слотах. Старик, вот раньше бы пришел. Сегодня еще трех ребят запускали. Вы ливнули, отдали. Чуть позже там, еще поймем, что еще можем пустить кого-то. Еще запустим сколько-то. За тоже, пожалуйста, ребята, смотрите так. Клеймами можно торговать, на самом деле. Это не проблема. Другой момент, что желательно посчитать... Три всего, старик, 60 человек на сервере нахуй играет уже. ...которые у вас блокнуты. И чтобы у вас, если вы представляетесь, столько клеймов было потом, понятно? А может просто есть ограничения на... Так есть человека внутриигровые ограничения, есть же внутриигровые законы, еще что-то. Ну, мы можем странно. Ну, слушай, ты хочешь конституции писать на 200 страниц, как в РЛ, типа, чтобы вы пытались наебать систему, а вы дописывали это? И... Причем десятка? Нет. Ты там хрен пропишешь, что нельзя вместе вписываться, да, в типа, территорию. Не помогай другому. А там нет таких? Нет, есть три, не отдавай эту, ты ну, целый день будешь это. Я тебе скажу, мы разбирались в демографии, там все через жопу. Там очень сложно с этим. Тогда неинтересно, да. Ну все, охуенно, так и делаем тогда. Надо еще раз попиздеть. Ну, условно, короче, коммунизма нет. Мужики, да, раздеваемся. Да, разбивайтесь, там ваши вот эти огромные территории разбивайте. А касаемо торговли, там, да, если вы там помогаете друг другу, то окей, там за какие-то. Так у меня там вопрос. Подождите, у меня вопрос. Вот смотрите, ну вот сейчас коммунизма нет. Я, допустим, когда зашел. Мы нашли деревню, у нас там 6 человек набрали. Ну, сначала у нас 4 было, да? Мы сразу определили, кто какие профы возьмет. И сейчас, ну, получается, торговать мы... между друг другом. Ну так, в этом и суть, пацаны, понимаете? Просто вы говорите, типа, блять, ну вот мы собрались и так далее, мы профы выбрали. Пиздец, так, а может тогда просто, ну, вы создадите сервак и пойдете там 6 человек поиграете, если у вас там хватает проф и так далее. Тут весь сервер, 60 человек, у всех разные профессии. Вы ищите доски объявлений, торговля, просто пойти поговорить и так далее. Это игра про это, блять. Миша, не агрессируй. Ну, да не, ну просто я типа я говорю, я слушаю про вот это. Ну вот, мы собрались и так далее. Бля, пацаны, так создайте тогда свой сервак, да и все. Просто. Я хотел немножко другой акцент сделать. У нас нет и не будет явно всех профессий, это нормально. Тем более настройки, прокачки такие. Я просто про то, что некоторые люди, зная, что у них нет фермер, выбрали какие-то профессии. Сейчас их мнение может, ну, измениться из-за этого. Сами, ну, то есть идея с вайпом, так, ну, то есть, день, кстати, если вводить новое правило и вайпать, это, ну, более справедливо звучит. Чем вводить новое правило в середине игры. И вот все, мы пропускаем важный момент, это мы заново что на самом деле просто капиталисты разваливают коммунизм из-за того, что они отстают в развитии. Все. Это правда. Это все. Это по факту. Ладно, все, разошлись. База. А по три немного, ребят. Ну я считаю три норм, ну иначе еще больше бухтеть будут. А он скрытый, да? Мы не палим его? Ну, пароль не. Кинуто. Я вас ел, у вас так весело, пиздец. Я даже не знаю, про что эта игра, но мне уже понравилось. Под насрать бы еще неплохо, да? Правильно понимаю. Но с этим надо шутить. Так, Максон, как раз нам тут нужна шестерка, которая копать нам будет помогать. Залетишь, старичок?
Я только на двойку готов. На двойку? Ну ладно. Я даже не знаю, что в игре вообще делать. Ну вы там весело. А есть какая-то цель глобальная? Короче, глобально 30 дней. Реальных 30 дней летит метеорит. Реально. Сервер всегда работает. За 30 дней вы должны разобраться. У меня аж нахуй игра зависла, но войс работает. До какого-то эндгейма. И построить совместно какой-то лазер, который сбивает метеорит. Если вы этого не сделаете, то планета погибает. Не, кроме можно, того, можно так, так чувак, который предложил коммунизм, он по факту прав на самом деле. Так мы игру закончим быстро. Ох, ебать, отвис нахуй. Ну типа мы закончим там условно за там, 20 дней, там 100%. Жесть, какой за 22 недели, блять? Ну, вот, ну условно, да, там типа за 2 недели вместо 30. Ну а с Мадей тоже, мы будем играть 30 дней, Миша, ты выдержишь нахуй 30 дней? Пиздец, вот это сразу начинает, Миша, ты выдержишь, блять? Выдержишь или нет? Ты выдержишь 30 дней? Ну, я не знаю, но пока выглядит интересно. Там ну, выглядит интересно. Сам Дэй, ты выдержишь 30 дней? Не, Радуга, понимаешь? Радуга, дело не в том, что я... Не-не, Радуга, дело не в том, что я не хочу 30 дней, типа, там, играть и так далее. Дело в том, что мы будем играть там 14 дней, такие, во, бля, жестко, пацаны, круто, железный топор сделали и так далее, а типы уже, нахуй, сбивают этот, блядь. Типы сбивают уже астероид, нахуй. Просто если мы построим, как они сейчас, коммунизм, то, ну, мы очень быстро, как бы, сделаем все очень да, классно. Да, Мурзилкинс правильно написал, типа, часть людей просто упустит контент, да, просто, типа, кто-то, нахуй, заспидранит, потому что умеет играть и собрал огромную коммуну, а кто-то, блядь, будет играть по правилам, нахуй, да, да, типа, а другие просто зайдут, нахуй, дровосека на второй левел покачали, а игру уже закончили, блядь. Достаточно созрело, нечего собирать. На то, блядь, а спал, Максим, ты выдержишь 30 дней вот так играть? Я не выдержу, я зашел поприкалываться, попиздеть, как выяснить, ну да. Умную мысль, знаешь, приставить так три пальца к подбородку и сказать, хуйня какая-то. Ты потом еды будешь просить, я не дам. А я скажу, пожалуйста. Как занимаемся мы? А я не дам. Я буду просить взамен, типа, ты должен что-то сделать взамен. Ну, я готов что-нибудь сделать. Покопать. Ну, ты мне инструменты дашь. Нет. Вот, капитализм. Иди покупай. Как это, блядь, чел? Ты предложил мне рабство буквально. Я даже согласился. Главное, типа, дай мне еды, чтоб я не сдох, и я для тебя покопаю, чел. Вот мы нахуй с тобой. Бля, Максон, кстати, ты там сейчас на начальном острове реснулся. Собирай там ресиков, нахуй, это не ошибка, блядь. А то у нас тут, нахуй, уже нихуя не осталось, блядь. Я вот эту рузу нашел. Давайте тогда просто. А, игра звука лагает же. Разберемся часто. Давайте так, кто-то один, просто... кто-то один может со своей валютой выдавать ее, принимать ресурсы здесь, заниматься стройкой и выдавать ее. Я сейчас раздамся разрешение и прочую херню. Давил, пусти вот у нас есть майор. У нас есть майор. Слушайте меня, я до 3 часов ночи сидел со всей этой хуйней, я заболел. Погоди, Верхера, сори, я перебью. Почему ты не заспавнишь себе ресов, не построишь эту хуйню и все, не забьешь? Заспавнишь? Потому что так не надо делать. Ну просто, это же общий, типа, не душиться, блядь, вот реально собирая. Ну, быстро построил, и все. Ну так может сразу ракету запустить? Или, нет, так только мэрия, только мэрия, и все. Так мэрия общий. Это будет нормальный вариант. Ну, все равно, типа, должны ее кто-то купить. Хотите игру, давайте стройте. Вот ты говоришь, ладно. Вот зачем душиться? Тогда давайте нахуй этот давайте коммунизм и за. Мы сейчас хуй можем. Да я про мэрию, потому что я вижу, что Вильхор душится за мэрии. Я понимаю. Какой смысл тогда от этого всего? Я душусь мэрии, потому что я один ей занимаюсь, понимаешь, Радос? Ну а как ты заставишь других человек так же? 50 человек на сервере занимаются мэрией, я. Все, я тебя услышу. Может, нам нормально без мэрии, то есть, ну, может, не все хотят. Я понимаю, что ты понимаешь, ну, что это нужно бы, если народ не хочет. Если ты хочешь себе валюту нормальную, а не вот эту фигню, которая у нас у всех есть сейчас, долбаная. Так нет, ну смотри, Вильхер, блядь, давай вот так вот просто, типа, вот смотри, что надо сейчас на мэрию? На мэрию надо достроить комнаты. Не, ресурсы, ресурсы. Ресурсы, да, ты про ресурсы. Камни, вот видите вот эти блоки, которые мы построили? Дайте, видите, пожалуйста. Их нужно дохуя. Из чего? Это просто камни. Спасибо. Нет, не просто камни, это строительные камни, вот камень. Умереть вообще не на домашнем. Нам нужна отдельная комната с кирпичами и чем-то таким. Второй тир, как называется? То есть, короче, погоди, если вот обычные камни добывать, будут эти камни, потом когда-то перекрафчиваться и так далее? Говорит, нужна, Радус говорит, нужна еда, значит, можно голову добывать. Еда, работа нужна. А кто это может делать? Кладка камня, да? Ты не сможешь ничего делать, типа. Ты просто будешь, блядь, гулять. Бля, ну это охуенно. Нам на мэрию, на самом деле, надо будет повышать... Не, погоди, именно горное дело или каменная кладка? Вот это. Каменная кладка. Каменная кладка. Вот у нас сколько? А, так у нас 2 человека каменной кладки, ёб твою мать, блядь. Да, я считаю, что вот мэрия, пусть занимается тот, кто хочет этим заниматься. Может, половине мэрия нахуй не нужна, да? Это к распределению ролей. Вот он! Нет.
тот, кто нам будет порвать игру. Так, Максон, мы потом будем, короче, ходить покупать за золото. Вот, а ты будешь ходить листочки с дерева с одренной игрой. Но это же тоже деньги. Вот, а еду никто не продаст. Это потому что Мария не нужна была. Короче, бля, а кто второй? Кто второй каменный кладчик? Который единственный говорит, мне эта дверь новая нахуй не нужна. Мне нормально и так. Я занатил, ну, где-то 200-250. Он, вот к нему вопросов нет. Если спрашиваешь с кого-то, то спрашиваю с Асмы, блин. Асма нифига не знает. Хедж 200 задонатил, мы до Хеджа еще спустим. Вот это все, он поставил. Все, пизда Асма тебе, блядь. Где он? 300 скидывались. Ты перезашонишь, тебе пизда, блядь. Я? На каждый почему? Станок, который ставится в мэрию, ты каменную кладку изучаешь, да? Понимали. У нас не хватает буквально пары станков, но все еще надо. Не, это так тупо. Типа, мы так форсим капитализм и хотим составить людей, копиться, строить мэрию. Но это просто нелогически как-то даже. Бля, давайте, может быть, он заспамнит нахуй и все, блядь. Ну пиздец какой-то, зачем? Да, блядь, у нас просто каменных кладчиков нихуя нету, блядь, потому что это есть два человека, блядь. Я. Так, ну вот смотри, короче, с Фельхиором идете, блядь, в дёсна и строите нахуй эту мэрию, мы вам лес и принесём, блядь. Вот это, скажи, дефицит, блядь, камню кладчиков, я нихуя не буду делать, блядь. Блядь, я кроме камня ничего делать не умею. А я и кроме деревьев нихуя делать не умею, блядь. И шо? Может и не строить. Да понятно. Ну сейчас смотри, залетит, вот, но если он против... Ты смотри, вот, геймплейна, почему вот игра... Деньги я не умею делать еще. Короче, смотри. Вот, здесь, блядь, надо строить крышу. Какой он жил, и как... второй этаж, по идее, да? Крыша, второй этаж, и почти смотреть, хватает ли пространства под все это. Все задели. Вот и отдельно нужна комната второго тира. Бля, в натуре, Вильхиор, короче, смотри. На реформацию коммунизма мы заделируем весь камень, построим мэрию и распадемся. Не-не, короче, смотри, Вильхиор, такая тема. Ну или вот это вот, типа, пацанов приработать. Смотри, короче, там сразу выпиши себе чек там на бумажке какой-нибудь там на стене. Напиши, типа, вот мне, короче, я, короче, строил мэрию, блять, мне 1000 золотых. Вот эти пацаны помогали, им 200 золотых. А остальные будут золотом пользоваться. Но хуй мы им что вначале дадим, блять, бесплатно, а? Не, Крапан, сперва базу все можно выдать. Да, я просто не слышал, тут, блядь, пиздят нахуй без остановки, поэтому. Как бы золото, базу всем там по 50, по 100 штук надо выдать, чтобы шел в оборот. И типа... Не, ну так обменять, вот как раз таки взять на потребности города эти общие ресурсы, выменять потом на деньги, и потом уже будет денежный оборот, типа. Да нормально, старик, блядь, фастфуд скоро откроем. Эль Полос Локос вот этот, шаришь? Полезен. Грейпфрут. Что, всё, короче? Короче. Да пошли. В общем, мы достроим... Достройте мэрию, я понял. ...полупу, я наделаю камень, всё. И потом распадёмся. Вы только учитываете, что выпускаем. Здесь не все были, кто-то вообще не в курсе, что теперь коммунизм. Ну это, как бы, большая часть здесь... проблема. Поправки... А нельзя сделать при входе на сервак там эти, там, какой-нибудь rules, можно, note? Можно. Кстати, по коммунизму нельзя к нам, блядь. Вильхиор, такой вопрос. Коммунисты прочь. А он вышел. Пока, Вильхиор. Всё, Сандэй, пошли копать дерьмо! Что ты сделал, кстати? Короче, пока... Блядь, мужики, мне нужен был Вильхиор! Раскаскиваем по кускам, хватай. Хедж, хватай, всё, уносим камень. Да похуй, пошли. Кто у нас всё плотик, кроме Вильхиора? Ну почему? Ну как же старый добрый грабеж. Так, Сандэй, короче, мы тут вынесли одно постановление, теперь Сандэй, в этом мире есть одна общая вещь, знаешь какая? Твоя жопа. Вот это человек, который, блядь, 8 часов вчера ночью хуярил. Да, я доделаю. Да, слышно, в тем спике, Сандэй. Я требую 150. Здравствуйте, ты в деревню пришёл. Я узнаю, что происходит. Короче, Кири, я пошел дальше копать. Там почти все готово, Мишаня. А вторую, блядь? Вторую, я ж тебе сказал, нахуй ее надо. Да, блядь, ну там территория охуенная, ну мэн. Мы, Джокер, ну, будем слышишь? Это, блядь, часа... А то да. Ты будешь мне мясо добывать, или тебя заебало? Давай сделаем вот, слушай, у меня просто прямо... Потому что... У тебя, у меня... А сейчас охуенно копится, чтобы я с тобой... Бля, ну там же зона охуенная. У тебя же уже есть трап чай. Нет, чай этот... Он... Ну давай объединимся, отдавайте мне свои клеймы, я буду вам мясо добывать. Ну все. Ну давайте мне клеймы, ну вместе. Слышишь, Настя?
Не, мы полный рестарт сервака никто не собирается делать, ребята. Нахуй надо. А, спасибо большое. А погоди, переподписка была. Где алерт? Спасибо, дозище большое, за переподписон тебе. Благодарю. И не провай, перезапуск. А, типа перезапустить сервак, но вывести это сообщение. Так такого же сейчас можно сделать, не? Бля, у меня алерты сломались, твичевские, сука. Начинай засаживать потихоньку. Так мы уже потихоньку засаживали как раз таки. Джокер, подойди к, ну, к дому Насти, обсудим это. Так Иверсон бы есть как раз таки опытные игроки, только они как раз таки делятся на те части, что кто-то люто копится и хуярит на прогресс, а кто-то наоборот, типа, хочет true отыгрыш интересный и так далее. Вот. Шахтерок много на сервере? Да хуй его знает, нормально вроде бы. Сейчас скажу. Горное дело, ну вот сколько. 14 получается, 16, 17. И два каменных кладчика еще. Да вот я хуй его знает, нюкерцы. Я ж про это и говорю. Не знаю, я хочу возделать ту территорию, которая вот мной заклеймлена. Там нормальная тема. Слышишь меня, Кир? Копаю тебя, бля. Не надо, да. Нахуй. Копай себе могилу, бля. Хз, я все равно считаю, что тот квадрат, который мы сделали, там его тоже надо использовать. Слишком хорошая земля. А типа, который более... Где ты, блядь? Где ты, блядь? Где ты, нахуй? Сука, и убежал, блядь, черт. Так, Изенок написал про дневной лимит на игру. Ну-ка, что там? Есть конфиг, который может поставить дневной лимит на часов в игру и кулдаун. Типа как усталость. Охуеть, блять. Ну это жестко, старик. Не, я-то не против, если честно. Я там условно часиков 7-8 поиграю в день, и меня заебет. Вот. Но не все респектнут, конечно. Это точно. А чё? Вы нарыли много камня, дайте его каменщикам, пусть строят мэрию. В чем проблема? Потому что этот камень надо перерабатывать. В этом самая главная проблема. У нас дохуя людей, кто копает камень. А кто перерабатывает камень, нихуя. Киря, это, не, это ты? А, вот ты. Это, я говорю, смотри, если, как ты говоришь, сделать на земле, то, во-первых, будет ли там плодородие большое, и, во-вторых... кстати, да. Да, блять. И во-вторых, я все-таки считаю, то, что лучше вот ту оприходовать землю, а вот эту на воде попробовать сделать общую, нахуй, доступную тогда для всех, типа нас. Да не, проблема в том, что на воде вообще расти не будет. Я совсем забыл про плод. Ну вот, блин, вот так вот, блять. Ой, да, да Илзик, хуй знает, если честно. Типа, видишь, мы сейчас сыграем вот этот трай. Не факт, что мы все до конца доиграем даже. Ну, пока, типа, интересно, пока круто и так далее. Но не факт, что все будут играть прям до талов, до талов. Я вот сейчас, у меня, типа, 4 дня сейчас выпадут. С 15 по 19. Типа, я не смогу играть. Ну, я буду пытаться, конечно, заходить по возможности. Но не факт, вот. То есть, потом там еще неделя пройдет. Еще, условно, там кто-то отвалится и так далее. То есть руку не руку набить, не у всех получается столько играть. И в этом-то и суть, никого, блядь, не заставляют 30 дней играть полностью. Разве после сбития метеорита игра не продолжается? Блядь, не продолжается? Не продолжается.
Что это выпало-то, блять? Ебать, я какой-то мрамор нашел, походу. А, после метеорита можно играть? Да хуй знает, а зачем? А, это гранит я нашел. Радос, лучше извинись, блять. Ты не подумал о ее чувствах? Ты ее сразу вписал в наш клан. Кого я вписал? Что, с 13 по 19? С 15. С 15. Подруга приедет, которая в прошлый раз тоже была уже. Короче, я оправдываюсь. Типа она в Питер едет, а перед Питером заедет в Москву потусить. Вот и токсик. В смысле я токсик, блин? Не ревнуй, Мипукси, не надо. Что я такое сделал? Мы задушили собрание, вот поэтому все и агрессивные. Так что все нормально, можно чилить. А, Люцифер, надо с тобой обсудить. Да кто задушил? Бля, мужики, никто ничего не задушился. Нормально все, блядь, сказали. Ты пойдешь в компост? Пойдешь в компост вообще? Или что планируешь дальше? Удобрение, типа? Да, блин, смотри, проблема в чем? Я сейчас, у меня выросли растения. А, так она фантом доступна уже или нет, эта ММОшка-то? Когда... Живая по онлайну там и так далее. Важные факторы. Но при этом, по одному, как я вижу. Все равно один. Я вот не понимаю. Нет, потому что не созрела. Она не созрела, потому что в этом прикол. Это не созрело означает. Вот он, мне не выросло. Это наполовину выросло. Надо еще ждать. А, то есть еще нужно ждать, да? Да, это не выросло, если один. Не, просто вот смотри, еще проблема. Если я сейчас пойду в удобрение, там, допустим, то у меня не будет прокачан сбор. А при сборе идет дополнительный сбор. То есть, по сути, логичнее было бы, это чтобы я сажал... Так не, грибочки, в этом и суть. Типа, профа изначальная, она останется актуальной всегда. Ты же понимаешь то, что без первичных ресурсов не будет производства других ресурсов? Ну, это считается кооп в этом плане. Ну, вообще, да, это считается коопом. Так что это не получится с нашими нововведенными правилами. Поэтому я думаю, если я сейчас пойду в удобрение, допустим, да, то у меня, опять же, не будет этого сбора, то есть повышения от сбора. То есть я вот думаю, сейчас мне или сбор идти, или удобрение. Просто если да, блять, ну я должны хорошо. Ой-ой-ой. Прикол в том, что вот. А, ну походу то, что заходит, кто-то выходит, блять, поэтому не копается. Семена добываешь, правильно? Да, я делаю семена. Это преимущество единственное фермера. Семена. Нет, я еще сейчас вот, допустим, делаю это улучшение для дома, которое на кухню ставится, дает плюс. Здорово, Виктор Сникерс. Вот, и там еще какие-то будут на следующем. Но мы можем друг другу платить, то есть условно. Я могу к тебе приходить, чтобы собирать, а ты должен ко мне приходить, чтобы сажать. Или вот ты мне должен... Ну, по сути, это торгово-бартерное предложение, которое как-то... Вот доска заказов есть. Доску заказов сделал, типа... Кто третий в вашем пати будет? Да хуй его знает. Или, допустим, наоборот. Собрать... Хуй его знает, честно, мне вот не прям напряжно, чтобы именно втроем копиться и так далее. Я все слышу, блядь. Поэтому... И поэтому я вот думаю, мне смысла в собирательстве идти нет, если у нас ты собиратель. То есть, ну, конечно, хотелось бы, чтобы... Да нет, ну, собиратель нужен, в любом случае, ты бездушишься, будешь искать... Повара, ну, возможно, да, повара. Душнило, но жрачка нужна всегда будет, соглы. Ход, блядь, сейчас вообще не вариант. Оно, с этой штуки. Так сказать, нет, поварское нет. Дело, оно не отпускает. Типа, я сейчас нужно достроить. Дом пойти строить. Ну, я понял. Сколько у тебя примерно дерева ушло на этот дом? Ну, так, примерно. Бля, много, много. Я его три раза уже перестраиваю, блядь. Не, просто да, я сейчас там чуть-чуть дерево накопал, у меня где-то... Блядь, 300, 300, сотни дерева лежит на складе. 300, вот, косвенно, 50 тёсвенно. Ну, 50 тёсвенно. 200 тёсвенно. Не, у меня там где-то с 3 сотни лежит дерево, как раз я сейчас собираюсь эти строить. Сейчас вот это собрание все это было. Купи, в этом весь смысл. Не, ты не понял меня. Там все равно, я если стану поваром, мне все равно первичный ресурс надо будет покупать. Смотри, надо как раз таки. Нам просто нужно так будет распределиться, чтобы мы взяли какие-то, ну, удобные, условно, друг для друга штуки. Но все равно эти штуки будут зависимы всегда от других этих, от других игроков. Просто наводить на это и смотреть, что оно дает. Если это не ел, то, естественно, надо это съесть и посмотреть, что оно дает. Там наверху фильтры по названию, то есть там... Или там, блядь, Сандей съебался. А, вон, ходит. А, он, да, походу, вот землю брал. К сожалению, мне вообще капец не нравится, и я теряю процент прям нереально. Сейчас, погоди, я понял. Что значит, мы жрём со склада?
Надо рейд за деревом будет сделать. Лютый такой, прям добыть весь склад, нахуй забить тесаным деревом. Люто-люто прям. Ребята, какой? Есть вопросик по игре. А, ну, просто делаешь первые стартовые задания, там всему научат, да? Ну, вообще, да. В перспективе, да. Да, потом тебе там навыки твои покажут и так далее, что можешь окей, выбрать. Сапеса. Так, ну, каменюки я вроде здесь выкопал. Еще тут вот есть одна. Выкопаешь. Вот где? Вот. Это... А это не посаженная хуйня, не? Не. А, не, да, ладно, ща. Не, вторую территорию я тоже, я топлю за выравнивание второй территории. Это необходимо, я считаю. Это необходимо в первую очередь для нашей экологии, во-вторых, для нашего бизнеса. Так, найс, это моя телега? Да, это моя. Тут щебень есть как раз еще один. Куда его хуйнуть можно? А, так погоди. Ну вот. Ну это же тоже наша тера, да? А, нет, так все получается. А есть советик по возведению конструкции? А то у меня только по-уебански стена к стене прилегает. Типа там такая щель, блядь, ебанутая. А, так ты построй другую, потом. Она типа совместится, то есть сделай другую просто и все. Ну вот я смотрел, я выбрал стену, да, и выставил 6 блоков. Вот один на другой они стоят, такие в 2 блока в высоту, да? Так. И я хочу теперь начать другой край стены делать, а он почти, ну, прилегает супер хуёво, это нормально? Ну ты просто построй его, они там у них автосовмещение вообще стоит. А, да? А, да, в натуре, ебать, все понял, ага. А я не знал, что у них автосовмещение. Так, ну Киря, получается, мы почти все и сделали. Ну, потому что. Такой. Ну, вы захитрили я тут, сделал. Да, да. Если вы это, я. А что, выглядит нормально? Не, ну выглядит нормально. Главное, чтобы это не влияло на этот, на хуйню. Сейчас посмотрим. Да сомневаюсь. Че мы здесь вросим? Кедр или березу? Березу. Ну, вроде заебись, да, так-то слушай. Ну да, тут прям вообще, тут прям разъеб нахуй. И на нашем следующем кубасе просто разъеб. Аж да. Белая нахуй. Ну я бы передохнул на сегодня от этого. От копания? Да. Ну если что там закопаю со временем. День долгий, Киря, блять. Ну, может так. Так, все тут есть. Теперь надо сажать. Сейчас нужно немножечко перекопать тут кое-что. А тут все уже нормально посажено, да, практически? Нет, не посажено. Я сейчас буду пересаживать, потому что мне кажется, что вот это вот, типа, вплотную к дому, оно, мне кажется, не вырастет. Поэтому все надо пересажать. Вы можете построить свою хату под лесопилкой и освободить еще больше места под посадки. Ну, МБ. Копай и обратно засовывай. То, что за посажено, типа? Ну, типа, да. А как мы вообще размещаем? Как нам лучше-то разместить, блядь? Сейчас я буду помечать. Давай я буду тяпать, а ты будешь сажать. Я тебе скину семена. А слева снизу, типа, твой хавчик. А я не умею сажать. Или тут любой может сажать? Кажется, ракцион там. Там 4 есть вида. Жироп, татап, нажми. А как максимум полный? Ну-ка, вот, а как сажать? Типа, ты берешь в руки? Ага, вот так вот, блядь, да. Или погоди. Не, я вот беру когда семена в руки, я жру их. Там написано плюс. Ну, 26. У меня плохой рацион. Угу. Ты вот типа наводишься на нее, и тут типа видишь растение. А, да, и вправду. А погоди, а, это ты выкопал чем-то специальным, да? Это тяпку, да, я скрафтил, сейчас буду. Замечать. Блять, нихуя себе. Ну каждому дереву, говорят, Киря, 3x3 нужен, типа, куб. Место. То есть вот логичнее всего начинать, наверное, вот с этого угла. Вот с этого. Ровенькие булы. 3x3, да? Да. А, или погоди, именно каждому. Вот так вот, да? Нет, так тут, а тут 2x2 же. Почему 2x2?
3 на 3 имеется в виду квадрат. Типа посередине, вот видишь, даже вот сюда можно. Но оно будет сажаться разве? По идее, вот так вот, типа, раз, два, три, раз, два, три. Три на три, вот тебе выходит. Вот так, по идее. Тебе все сейчас скажут, что вот так нормально. Бля, Сербак Плей, не понял твоего доеба. Я говорил про то, как нам будет выгодно взять с теми людьми, у которых у нас коммуна в 2-3 человека, а не рандомные. Что ты несешь, блядь? Я просто, блядь, прослушал еще, что Киря нахуй говорил. Ребята, блядь, для посеки. Чё? Чё? Если я увижу, что ваше дерево упадет на мои посевы и разъебет мне посевы, блядь. Так оно же не разъебет посевы. Разъебет, блядь. Дамажит, блядь. Вы мне этот, вот тут сломали дерево возле тыквы, нахуй. Половина тыквы пропала, блядь. Ну не половина. Какое вот дерево мы ломали? Вот, вот, видишь, тыкв нету. Тут не было деревьев, Родос, о чем речь? Я когда сегодня зашел, тут веток до пизды было, блядь, лежало на. Бля, неправда. Ну я не срубал. Лично я не срубал. Ну лично ты нет, но Построй себе крышу над тыквой, значит, что эти. Нет, нет, да при чем тут тыквы? Я просто говорю о том, чтобы, пацаны, давайте будьте внимательны. Ну, понятное дело, поаккуратнее постараемся. Но тыкву защитить надо, на самом деле, крышу какую-нибудь. Так вот, Киря, смотри, короче, смотрим. Вот это дерево, типа, оно может посадиться, да, вот тут и вырасти, типа. Ну, по идее, вот на этой точке должно, типа, просто тебе в чате сказали 3 на 3 куб. Угу. А мне сказали, что от каждого должно быть вообще 4 клетки пропускаешь и только на пятую сажаешь. Слышите, ребят? Ну, чтобы два этих было, бля. Короче, по твоей логике, я уже вот тут вот могу въебать. Ой, да нет, я почему? Смотри, Киря, каждое дерево, оно имеет по два слота. Вот смотри, вот бери вот этот слот, и от него два куба бери, это столько займет это дерево. Блять, ну смотри, блять, дай вот. Вот тут, по идее, вот тут. Киря, смотри, вот смотри, вот берем вот раз, два, три. Раз, два, три. И вот тут ты должен копать. Я тебе это и сказал. Ну, типа, я говорю, вот ты садишь дерево, и у него вокруг должно быть две свободные клетки. Блять, у меня же просто горло нахуй охуело. Блять, ты вообще прикалываешься надо мной, что ли? На приколе? А, это 5 на 5 называется? Так сколько, блядь, вот вокруг дерева должен быть один слот или два слота, блядь? Может, вам есть что выучить? Я не понимаю, Миша, что ты там от новый я сделал сегодня вещи. Но я все еще не уверен, что 3 на 3. Один. 3 на 3. А, ну все, ебаный в рот. Что-то, блядь, что-то 3 на 3 нахуй говорят. Я думал 3 на 3, типа 3 тут, 3 тут. Это вы деревья, ну тут система говорит, да, тут система говорит, не даст посадить близко. Тогда нет, погоди, тогда кстати, по-другому. Бедно. Может мне посадить? А оно лучше будет, как думаешь? А я не знаю, честно говоря. Мне, наверное, ладно, просто опыт даст. Тогда смотри, Кирилл, тогда как мы сажаем? Смотри, вот мы посадили эту хуйню, раз, все, два, и о, сажаем еще одну хуйню. Ты шаришь за посадку деревьев? Раз, говорят, ставишь одну, раз, два, три, четыре, на пятую три. Ставишь еще одну. А почему, а почему так говорят, далеко-то? Говорят, для одного дерева... Три на три, типа. Три на три в центре. Ставите тут, потом раз, два, три, ставите. Раз, два, три, ставите. Вот далеко не всегда влезает, но можешь попробовать. Бля, Кирилл, давай, короче, с расчетом три на три, давай, короче, хуярим. Да у вас, блядь, 200 саженцев. Просто зачем? Поставьте тут посаженцы, запихните, посмотрите, встанутся или нет. Ну вот сейчас смотри, вот у меня береза. Оп. Угу. А, нихуя, 4 метра от другого надо, блять. Три нужно, блять, парни, пас сделали. Ну-ка, вот тут сделай. Делайте, поставь. Во. То есть на три друг от друга, да, получается? Прибали тут этот, место одно. А, ну думаешь, там росло бы? А то, что оно вплотную к стене, может, не. Или да, вплотную к стене, похуй, да? Похуй. А, похуй, блядь, тогда ебашим нахуй.
Дай только мне саженцы березы, Кири. Че, помогать вам? Да справимся, ну, наверное. Она договорилась, короче. Да кинь ее в склад. На, возьми в складе. Где Настя? Возьмите меня в складу. Возьми, сейчас я вам покажу. Да не, да давай больше, больше, чтобы захватить. Срубай эти нахуй. Ты же можешь их срубить и вернуть? Исследование по продвинутому сельскому хозяйству. Или они с концами срубаются? Это исследование, не можешь решать. А, бля, это не было. Вот, я тебе принес, Дана тебе принесла, почитай. Так, тут мы березу садим, да? Ты прочитай, нажми. Да, 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 тут мы. Да, тут береза, ебать, береза тут будет идеально. Погоди, а чё ты вот не вот тут прямо, Киря? Вот прям вот тут. Потому что мне не нравится, мне кажется, она не вырастет там. Да вырастет, похуй же сказали. Во, нахуй. Потом раз, два, во. Вот она, пошла жара. А ты чё? Какая-то странная. Не, дальше, Кири. Ну тут она какая-то странная. Это глина, что ли? Это земля. Почему она таким кубом? Два, три, четыре. Я навелся сюда, мне спахало просто как два сразу. Во. И вот тут то же самое, да ебаный рот. Она посадилась, да? Посадилась, да, похуй вообще. Ну почти идеально, мэн, почти. О, так ебать! Уа, идеально просто будет, да? Да. Вообще пушка. Так, бля, ну выглядит заебись. Если оно все вырастет, это ебать. Если оно все, это вообще... Пацанчики при деньгах будут. Так, и... А вот вправо от нее тоже 4? Ну да. Да, тоже 4 получится. Три. Тут на обрыве. Ах, сука. А мне пишут, тут уже есть растение, блять. А, все, потому что... Да кто-то... Да нет, кто-то перезаходит у меня, залагало. Красота. Вообще. Прям, блять, не на любо. Не налюбоваться, так сказать. Хуя, там смотри, рандомно дерево выросло даже сзади, охуеть. Вот она, что природушка-то творит. Где? Вот. Не видишь вот тут? Вот прям вот где я стою. А, да, на туре. Ну, хорошая почва, потому что. Ну да, блять. Только склад это сейчас надо будет растаскать. Погоди, чё? Это точно. А чё? А вот тут я не могу посадить какого-то хуя. А, там походу внизу дерево, не? А чё за хуйня? Внизу что-то, ну-ка. А, реально, вон смотри, блядь, берёза нахуй. Ну, хитрая, блядь, сучка. Да, из-за нее проверяй, смотри. О, на туре. Саня, я тебе дерево возвращаю. Да сука. Ебать. Бля, ну мэн, это вообще люто. Ну только там внизу опять какая-то хуйня, я пошел разбираться. Бля, ебать, мы сделали просто аккурат в аккурат. Да, у меня тут тоже снизу. Так, вроде вырубил снизу. Сейчас, короче, по всей этой еще, площади. Еще что-то есть одно. Еще что-то одно? Да, что-то где-то есть. Уверен?
Да, вот же она, бам. А, я не увидел просто. Я еще с той стороны пойду пройдусь. А, тут все чики-пуки вроде бы. Ага, о, мышь сидит. Около тыквы? О, блять, радуга! А, еба. Пиздец, блять, что это за... Амогус. А, это ты посадил? Нет, блять, я ж не могу тут садить, это же радуга земли, блять, земля радуги. Сука. Сус. Сука, не могу посадить. А тут тоже. А, блять! Нам лав нужен. Радос! Так я пока пожру. Радос! Да. Нужна твоя помощь. Пойдем. У тебя топор с собой? Да. Пойдем. Так, смотри, видишь что-нибудь необычное? Вижу. Хорош. Блять, моя тыква! Она сама выросла, это не мы, кстати. Да, да. Давайте так. Есть идея к вам. Смотрите, Радос, я уберу. Напишу, я уберу. Не, блядь, не надо убирать, я не хочу больше копать, блять, Радос. Но вы будете, вы между грядками постраиваете мне тыквы. Что? Согласны? Ну я уберу клейм, но вы между грядками своими, может между деревьями, поставите мне тыкву. А как мы поставим? Там же нельзя будет посадить. А, не... Блять, да, хорошо. Если вы мне дадите доступ к вашему клейму, я буду тут сажать тыквы между деревьями. Так я говорю, ты не сможешь посадить. Ходить. Почему могу? Думаешь? Я мне думаю, кажется, нельзя. Но все, мы тебе не дадим. Артём, построй вот эту куню, смотри. Вот. Сделай рядом еще одну грядку. Просто рядом грядку делай. У меня кончились посевы. А, деревья! Радос, бля, Радос, Радос! Радос! Слышу, я, как... Деревья же, блять, будут падать и ломать твои грядки к хуям. А, ну да. Да, какой смысл-то? Ну я хотя бы берегу себе эти блядь. Китай посевы, Киря. А палатку, которую ты построил, можно собрать или она тут навсегда? Теперь? Да, можно молоточком. У тебя внутри палатки молоток есть. Ага. Тупнуть просто пару раз. Да, 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 да. Там пару раз ты. Я ты, короче, смотри, очень... ты, короче, все эти шмотки. Забери все шмотки, которые есть внутри палатки, себе в инвентарь, и потом ебани ее молотком. Бон. Базальт. А это наш склад вот тут, Киря? А это твой радуга? Вот это. Твой? А, не. Нет. Я сюда и хуй. Рада, где значит. Вы повара потеряли вашего? Рада? Короче, предложение. Как насчет вам, типа, камень на YouTube торговаться? Я же так понимаю, вы обвинились? Да, да. Ну, мы уже обвинились, да. Да-да-да, ну я понимаю. Я просто к тому, да, 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 я не против. Но мы обменивать будем, да, да. Сейчас просто вот надо просто узнать. Надо у Насти узнать, сколько она еды может. Можно какую-то цену определиться, да, просто вам, по сути, камень, он, ну, не сильно много надо, а мне, ну, а еда нужна всегда, в общем, проблема. Я бы камень забрал бы, да. Ну, просто я хуй знаю, сколько Настя может готовить, понимаешь? Угу. А вот из вот этого я камня знаю, можно что-то сделать, нет? Я просто будет. Найти ее не могу. Она там где-то ходит с Джокером, только что была. Угу. По карте посмотрим. Блять, это базальтовый щебень, сука. Но базальт это не гранит, типа, ну это не обычный камень. Короче, тут нету понятия обычный камень.
А, так это разные щебни еще, оказывается. Дома из камня, может, есть. Да есть дома из камня, по-любому. Так, а я гранита туда уже, наверное, не могу запихать, да? Или есть там гранитные слоты? А, ну вот так вот, короче. И я сейчас ту хуйню просто раскидаю лопатой по сторонам, да и все. Вот так вот, тут, например, так. Оп. 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 А вы заезд для тележки сделали, чтобы рубить удобно было? А, да сделаем, это не сы, сделаем. Придумаем что-нибудь, наверное. Киря? Смотри, домой убежал. Просто я не знаю, а чьи вот это верстаки и так далее, чтоб, ну, я не буду же забирать себе. Две дырки недосажены, я знаю, потому что вот тут дерево, лава. Он где-то ходит, бродит, или не на сервере, не на сервере уже. А, это склад Сандея, да? А, это Сандея, все, ладно, тогда он заберет. Кирик Вильхиору зашел. Бля, ну ребята, такая красота будет вообще. А если у нас еще второе такое же будет, но поле кедра, я думаю. Или так, ну или также березу, или кедр, типа. Потому что кедр тоже развал вообще будет. Там тоже равнять, конечно, пиздец надо будет как долго. Красиво на карте выглядит, да. Выясни, какое дерево больше дает. Да, они одинаково плюс-минус будут, мне кажется. Березки красиво выглядят просто. Бери карту зон, покажи, как оно выглядит. Так вот. Так вот выглядит. Пиксель такой чисто. Точняк, а где зоны секвоя? Это меня не интересует. Даже не пытайтесь меня забайтить. Это меня не интересует, где зоны секвои. О, блядь, началось, нахуй, Максон зашел. О, чё, Максим в игре? О, Максим, можешь помочь? Покажи, где Максон, а чё, Максон обучение проходит? Максон! Ой, Максон, вруби, пожалуйста, Максон! Началось, блядь. Выше тоже кто-то сделал рощу? А, да, небольшую, кстати, и вправду, вот тут. И вправду. Ну, такую, микро. Но тоже сделал, красавчики. Я-то разобрал уже. Да, так я жду, чтобы ты забрал эти штуки свои. А я, блин, это... Новый склад притащил, сейчас. Ха-ха, не-не, так я все туда вниз перекидал. Вот чел кайфанет, когда ему деревья в дом полезут. Да нормально все. Нормально. Бам, блядь. Не, ну это очень красиво, мэн. Это я думаю, вообще. Бля, мы завтра проснемся, такая красота липота будет вообще. А если оно не вырастет, я говорю, я с огнеметом приду. Ой, бля. Жестко. Теперь надо, знаешь, в чем?
Надо еще дерево, нахуй, где-то... Надо все дерево вокруг, короче, блять. И потом ребята куда пойдут? Они пойдут к нам. Да нет, да не секвой, я обещал не трогать за топоры и свитки. Ты-то обещал, а я не обещал никому. Блять, вот это самые умные слова, сказанные человеком, блять, на этой земле. Пацаны, какие вы молодцы, работаете для экологии. Да, Сань. Посмотри, какая... Красота вообще, смотри, как в аккурат все встало, блять. Да. Круто, да? А что вы не сделаете еще подальше? Вот там еще одну. Там не так хорошо растет уже. Да, тут прям самое вообще имба, имбище, имба энерджи. Я вижу, по этим, да, ты посмотрел? Да, по березе. Но вы можете разные же деревья. Вот это огромное дерево, в смысле? Вот там секвойя. Квадрат справа есть, пацаны, чего вы не возьмете? Над Настей прямо, блядь. Такой же квадрат одинаковый. Один в один, как у этот. А ты думаешь, это чей же квадрат? Я не вижу, кто его засадил. Да это мой. Так а что вы там не посадите? Сейчас мы будем еще садить. Радос, ну дай отдохнуй, мы заебались эту хуйню попасть. Здорово, Редиспыч. Иду работаю. Игра о развитии... За 30 дней, чтобы сбить, блядь, метеорит. Как яйца в руках перебирает. Ага, как яйца, блядь. Знаешь, как я торчу, чтобы выросли они, блядь. Еще ваши деревья ебаные, их ломают сразу. Да не, Родос, тут не будут ломать, я не думаю, что они будут падать. Они будут упираться в эту а-ля стенку, но, типа. Точно упадут. Убирают. Не, ну вот тут, блядь, да, возможно. Построим это. Я поставлю сейчас. Не, я построю тут этот потолок. Оградим заборчиком, поставим какой-нибудь диванчик, там будет красиво, как раз над твоими тыквами. Ну давай. Только, но это надо будет с твоим доступом, да, будет сделать потом. Да, доступ. Окей, сделаем. Мы нахуй тыквы его постисли, хуя, бля. Договорились, они еду за камень дают. Нам понадобится дерево, мы тоже готовы, типа, вам еду давать. Надо просто цену уговорить. Ну да, да. На магазинчик стоит с деревом, покупайте. Да у нас тоже стоит. Ну просто мы можем сделать для вас, ну понимаете, типа, в вашем магазине любой может это сделать. Ну да, а ты хочешь, чтобы прямые поставки были, да? Ребят, а так мы, получается, да, ну, что, типа по три объединяемся в один большой дом, да. Можно или как? Просто можно и в один дом, можно если и хотите. Да? Или мы можем договориться? Так, еще раз, Радуга. Ну типа тут ты вообще вопрос. Тут просто пиздят, блять, в ТСе, нихуя. Нет, не слышу. Ты молчишь. Прямые поставки. Это ты, да? Прямые поставки дерева вам, да? А ты, ну, об этом можно договориться. Заплавленная земля. Можешь подойти, ну, просто взять, вопрос. Да? Ну давайте так, мы просто условно 100 блюд подаем, к примеру, да, там. Угу. Какое-то количество. Так, а вам сразу тесаное дерево интересует, просто. Да? А, да, можешь, а да? Вот пока что хуя знает. Ну, это чисто лишь... Тебе может листочков дать? А у меня я есть. Думаю, чисто дерево, наверное. Надо просто... Там, что понадобится. Типа надо просто клеймить землю, да, и все, типа, ставишь. Мы там с типом с одним договорились, он должен нам сделать печки. Мы с Графоном умеем делать древесный уголь. О, ништяк, слышишь. Древесный уголь, да, умеем делать. А попробуй сейчас сделать. Для растопки всяко лучше, чем дрова, я думаю. Я не ебу, ну надо у Насти узнать. Сейчас не могу. Ну, я понял. Не, просто каждый листочек тебе дает 5 клеймов. Да, я понял, я уже вроде воткнул. Тебе дали, да, ребята? Ебать, смотри. Не, у меня... Что это за... Что, Родос? А я их видел, это протест. Против запрета коммунизма зашел. Заебали, блять. Ну, на звезде у тебя есть слева снизу X, какой приоритет? А, на звезде X... Вот я слева снизу, блять, написано. Ну вот это, который типа по еде, в смысле, имеешь в виду? А, да. Да сейчас там хуйня, у меня 38,6 у меня. Над едой, которая, типа, вот звезда 1 и копится, следующая звезда, когда у тебя будет, ёбана в рот. А! Следующая звезда. Следующая звезда через 7 часов у меня будет. А сколько яиц у тебя? Блять, да я ебу, что ли? Я не знаю. 30-31 от. 33,1 от еды, блять. 38,6 общая. Я ж тебе сказал. Да не прыгай, мы разбавимся. Вот так, нахуй мне твоя еда, блядь. Блять, я тебе сразу сказал, 38 нахуй. Чё ты орёшь на? 38 сразу сказал, блять! Что? Лав тут где-то среди этой горы нет. Мы Веном. Хорошо. Мы развалили коммунизм, и теперь мы единый организм. А, вот они, да, с тобой? Не, за одного человека все равно не считается, мужики. В смысле, я снова... Кстати, это один человек. Мы просто очень высокий человек. Здорово, Серега, ты принес печки?
почему? Все, пойдем строить светлое будущее. А вы Мерию построили? Светлое будущее. Светлое. Да. Вот двигаемся, да. Смотрите, сколько ну давайте, давайте. Пиздос, ребята, нравится? Там пацан сверху не хочет, да. Вы забыли? Смотри, сейчас. Я там просто кмынь разваливаю. С этим берусь тогда. Ой, блядь, надо пойти в следующую, так сказать, часть осмотреть. Так, вот это все наше. Ой, я, кстати, вот тут сейчас деревья тут еще повырубаю с кайфом, блядь. Ох, ребята, ебать тут. Ну, хотя, кстати, знаете. Ой, ой-ой-ой. О, нормально. Не, а знаете, блядь, да не так страшно. Ну, вот тут пиздец, а вот тут, ну, выполнимо вполне. Тут, в принципе-то, блядь, большая часть работы уже сделана. Рейд за деревом? Да нет, я подумал... Да, блядь. Я подумал о том, что, наверное, надо сразу заняться вот этой землей, чтобы деревья уже сразу начинали расти. Так что, я думаю, нормальная тема. Здесь, значит, и будем сейчас делать все дальше. Также, наверное, березы будем делать. У нас будет... Братья Березкин у нас с Андреем будет. Как думаешь, фулл стрим эко? Не знаю. Так, блять. Маленькие тыквы. Мужики, не убираем за собой, да? Пенсик Вой вырубил, еще нет, но я вырублю. А я, знаете, наверное, я этот топор буду юзать только по праздникам, блять. Вот в рейд, когда пойду. Пойду обычный топор, короче, возьму, скину все лишнее и вернусь сюда. Сообщение про основание из досок игнорируется. А, да там можно вообще быстро все сделать. Там землей изи-бризи раскопаться. Просто, блять, ну доски уже переводить впадлу как-то. Хоть там и немного требуется, я понимаю, но, блять, жалко как-то. Блять, рампы вот эти еще куда-нибудь земляные бы тоже деть. Короче, надо... Да, давайте сделаем еще один большой склад. Вот, вот это я хотел сделать, и вправду. Куда-нибудь его вот тут пока въебу, блядь, и нормально будет. А он тоже требует обычные деревья. Да что ж ты, блядь, будешь делать, а? Миша. Что, Саша? Ты представляешь, кто-то вырезал всю популяцию аллигаторов. Их больше нет. Серьезно? Вообще всех вырезали аллигаторов? Да, аллигатора больше не будет, все. Ну я потом по логам посмотрю, кто это сделал. Пиздец. Теперь меня слышно. Да, слышно. Кто вырезал всю популяцию? Ну ладно, это не Джокер. Я думаю, он бы признался. Бля, ну реально, нахуя всех аллигаторов убили, пиздец, блять. Верстаки в дом поставить, место освободить и так далее? Да можно на самом деле, но... А. Браконьеры ебучие в натуре, блять. Всю жизнь попортили, суки. Ну ладно, давайте реально перенесем тогда. Бам. Бам. Так.
Блять, а так оно не вместится, да? А, не, вместится. О, нормально. А чего тут у меня не... А, блять, чуть-чуть не доделал, прикиньте. Не хватало, оказывается, статов. У вас на берегу дохуя гранита после очистки осталось. Может, стоит продать все с модея, вам все равно не надо. Да можно, а им зачем столько камня? Они же сами добывают камень. Куда им столько? Джей Блэк очень хотел попасть в очередь на сервак. Скажу то же самое, что говорил сегодня неоднократно. Ребята, пока не было кола о том, что еще увеличиваем количество игроков на сервере. Вот. Поэтому пока по поводу приглашения я вам ничего не могу сказать. Бля, реально, я, наверное, верну сюда вот этот склад, который у меня был. Сюда его верну. Пускай здесь стоит. Пу-пу-пу-пу-пу. Вот, я просто это поставил, чтобы вот это всякое говно сюда, блядь, запихать. Во, нормально. А на большом, чтобы эти... Ну-ка, а здесь сколько? А здесь тоже 150. Вот это сюда тоже, блядь, значит. Тут у нас чисто промышленный склад для дерева. Нормалек. Так, теперь тачка у меня с собой. Тачка с собой. Лопаты потом я захуярю. Все, пошли за этим. За... Там, там дровами вырубим все их. На новой тере. Я так понял, вы по три стали играть, то бишь ты, Сандей, кто еще? Вообще не обязательно, чтобы у нас был кто-то еще, типа, ну, захочет кто-то третий закопиться, закопимся. Тут просто суть в том была не то, что именно три человека обязаны быть, а просто, чтобы люди кооперировались, типа, играли по интересу, вот. В этом была суть и задумка. Другой топор, блядь, дырявая башка. Спасибо, что напомнил. Блин, Джей Блэк обиделся, что ли? Я же ничего грубого не сказал. Ну реально, ну очень много народу на сервере пока. О, Михаил, стойте. Я вас приветствую. Здорово, Максон. Вы знаете, мне тут сказали поискать метеорит в небе. Не можете ли постоять со мной и полюбоваться нахуй на это прекрасное небо? Давай полюбуемся. Вот этот пень, кстати, сегодня... Не, я пока не вижу. А квест у тебя был увидеть метеорит? Да, был. Блять, ну и где он? Сейчас ждем. Ты, если что, ну, ты можешь как бы этот квест, ну, типа, в обучении, ну, делитнуть, вот. Не, чтобы... ну, я же хочу увидеть. Увидеть, ну, тогда ладно. Ты его уже видел? Я видел, конечно. Там на него смотришь, и таймер показывается. Здоровый, сука, такой. А, нихуя себе. А он приближается или, ну, типа, я имею в виду, он больше становится? Со временем, не знаю, у нас только один день прошел, тяжело сказать. Пиздец, чем занят? Да вот пока, слушай, пока метеорит ждем, наверное, пень этот, блядь, вырублю. А то я сегодня секвой ухуйнул, а пень не убрал. Я тебе помогу тогда. Слышь, о, давай. А ты какие профы знаешь? Ясно, я только лесоруб пока и все. А это стартовая профа? Да, это стартовая. Ну мы же с самого начала начинали, типа. Стартовую не брать лучше, блядь. Ну я да, думаю, да, потому. Кинемся с тобой. Ну базару. Ты если что так же можешь рубить, просто ты с этого опыт не получаешь и все. И доп, ну у тебя нету доп, как это называется-то, блядь. Пассивок, короче, вот, на рубку деревьев. Типа, о, я нашел, я увидел, вон он, блядь. Вон он летит, да. Здоровый, блядь. Охуеть, 28 дней. 28 дней, 20 часов, да. Там просто в чем суть? Ты тратишь вот эту звездочку на скилл, и тебе реальных, ну, реальных примерно 2 дня, короче, ждать надо, чтобы следующая вот появилась. Видишь, Дима то же самое сказал, говорит, не еби себе голову. Да, поэтому возьми лучше какую-нибудь... А какие профы есть? На Z нажми. У тебя еще можно нажимать?
Сейчас, подожди, пока еще не верю. Мне тут, блядь, показывают про какую-то хуйню, мультик показывают. А, мультик, да. Короче, смотри, Максон, как ты завершишь обучение, ты сможешь нажать кнопку Z и посмотреть все эти профы и статы. Ага, все правильно. Вот. Да, и ты там будешь также видеть количество людей, которые присутствуют на данной профе. Вот. И уровни. Ну так это вообще имба. Да. И заебись. Да. Саня рыбак, да? Рыбак он. А все могут рыбачить или только Саня? Да, все могут рыбачить. Просто у него это получается лучше. Я понял. Нет, пизда, да. Ты просто не можешь сделать удочку, наверное. Я могу. А, ну или так даже, да. Здорово, Blackberry Max. Спасибо большое, старик, за 19-й месяцок. Спасибо огромное тебе за переподписочку. Благодарю. Не знаю, Саня. Попробуешь? Ну давай. Надо удочки продавать, походу. Походу, Санечек, нормальный бизнес, блядь, наклевывается. Привет, Оса. Давай, жди, когда это... За... А что нажимать надо? Левую кнопку держишь просто. Спасибо, Стэн Ли, за подарочную подписку для Даши. Спасибо. Я тут пару рыб поймал, тебе надо чуть влево отойти, уже не рыбное место. Да не-не, ща-ща-ща. Слышь, Саня, мы с тобой, кстати, сработаемся. Да. Я думал вообще поварство какое-нибудь покачаться. Если ты рыбак, но я нахуй. Ебать, акулу ловлю нахуй! Ебать, посекай! Бля, у нас с тобой я реально сильную акулу поймал, Саня. А я уже в клане. Тут, короче, можно до трех человек объединяться. Я с Радосом и Наной, женой его. Она повар, а Радос фермер. У нас как бы бомба жестко. Ебать, ну ты как собаки пятая. Ебать нахуй! Да. А, это синяя, да, синяя акула. Три листочка, ты теперь можешь эти профы изучить. А ну, я их уже изучил, спасибо. Саня, ой, блядь, Саня, синяя акула, это заебись, если я поймал? Синяя акула, она самая лучшая. Самая лучшая? Охуеть. Мусорят в озеро, блядь. Кто это сделал? Кто? Там вот напротив? Шесть кусков мяса. Угу. Ну, кто-то сюда она вбросил. Ну, смотри, Максон, мы, если что, пока вдвоем с Андеичем, вот, так что, если надо будет там куда-то это... Да я тебе типа ненадолго, ребята, там-то дело, типа, лучше меня не врать. Я хотел, ну, знаешь, просто смотри, что? Наше дело предложить, типа, как говорится. Да, я просто думал, что, несмотря в клане это не в клане, все еще можно там договариваться. Так, да, я говорю, ты можешь и один играть в кайф, и вдвоем в кайф, не обязательно трое, типа, никто от этого не умрет. А как выбросить из инвентаря вещи? Вот я нажал на Б из рюкзака, а, вижу, вон мусорка появилась, найс. Ну лучше не мусорить. Нахуй, стал этим человеком. Нахуй, океан. Все, я пошел. Давай. Потом рыбу на костре Миша приготовит. Да, акулу на костре? Да, тебе 5 жареного мяса. А, реально? Охуеть, я сейчас пойду. Слушайте, так имба получается. Бля, Санечек, я потом к тебе за удочкой, если что, обращусь. Поляну кто равнять будет? Так сейчас я добью пень и пойду равнять дальше. Вы не думайте, я не забил на эту идею. Так, а тут у меня... Где палатка со жратвой? Вот это вот. Оп. Сейчас так, оп. Оп, оп. Оп. А, у меня гроуфуд тут до сих пор же еще лежит, который мне давали. Так, и акула. Так. Фу-ху! Так это вообще ж пушка, блядь. Я даже не знал, что я могу ее сам готовить. Охуеть, блядь. А я могу. А, погоди, сделай ЗС-сад с земляной рампы. А, вот тут, типа... Ебать, а ты хорош. Давай так и сделаем, наверное. А тут я не могу сделать, да? Наверное, потому что палатка. А, кедр, блядь, потому что, бля, старичок маленький, тебе не повезло.
Бля, не повезло реально. И надо будет сюда дорогу потом провести. Бери палатку, пускай он тут стоит. Есть самое идеальное здесь место. Чё я хотел сделать? Забыл. Добить эту хуйню. О, тыква. Найс, блядь. О! Все. Мишань, ты не забыл, что ты мне тесаного дерева должен за 30 кусков мяса, которое тебе. Я не забыл, Санек. Слушай, Санек, я могу тебе дать сейчас даже немножко. Ну, немножко, сколько тебе надо? Сколько ты считаешь за 30 кусков мяса? Ну, вообще, вот давай по только чесноку. Это мясо не рыбье, а именно мясо. Да, я понимаю. Тяжело добывается это мясо по чесноку. Одно мясо 2,5 минуты жарится на костре. А рыбья 30 секунд. А добывается тяжело? Ну, мне нужно 7 или 8 стрел потратить на одно большое животное. Ну, 4 стака тесаных норм будет, как думаешь? Ну, нормально. Я не знаю. Я тоже не знаю просто, поэтому... Ну, давай 4 стака привезу сейчас к вам домой. Короче, 5 синих акул добыл, фулл инвентарь. Хуя себе. Так, давай, Санёк, веди меня. Короче, хотели дорогу построить, но горн спит, поэтому не надо. А до вас дороги нет прямой? Не, вот здесь только рядом. Окей. Санёк, показывай, куда скинуть. Ага. Вот на вот этот склад. Что-то настраиваешь, да. Когда... Дашь доступ? На продажу, на покупку, ты можешь поставить так, что у тебя самым первым... Скажи про коммунизм, да нормально. Сколько ты сил тратишь самым на 4 первым, стака дерева? Ну, если секвою рубить, то не так много. Но если обычное дерево, то уже... А вы учитываете цену этих сейчас деревьев, потому что их не так много. Пока у нас фермы с НДМ нету. Так что деревья сейчас в почете. У меня вылетел сервер, алло, ребята. А, ну, перед... Алло, я тебя слышу, Саня. Да, красная полоска и вправду. То есть сначала у тебя будет кидаться в эту штуку, но так как у тебя могут кидаться туда, ничего кроме еды, туда будет идти только еда. Я не могу ни с чем взаимодействовать. Да, да, потому что все, крашнул силак. Внимание, удобство. Бля, спасибо за фичу. Азизонг! Ребята, сервер упал, ничего не делайте. А, вот оно что, я-то думал это... Да, да, там соединение красное справа пишется. Сперва попал, да? Коммунисты, блять, задудосили, суки! Так я говорил, банить их надо было. Сервер сдох, да? Угу. А прикиньте, мы бы сейчас их вайпнули всех, они бы охуели. А смысл вайпать? Просто... Это я шучу. Он встает. Просто хорошо. Танки вести, блять, ребят. Че за вайпы? В тубзик пока схожу, хули нет. Если да. Сейчас буду чат. Первак вырубили, да? Оф, уже ну, поднялся крашну. Вроде. Поднялся? Угу. Ну, вариант появился. И поднялся. Жестко, старик, а про нажимание кнопки... О, ебать! North America, нахуй! Сука! Нажимание кнопки, мне же стрим дропает постоянно, ты об этом не думаешь просто. Если бы я просто играл без стрима, да похуй было бы.
USA! USA! Охуеть, блять. Ну лагать, наверное, будет сейчас пиздец просто. Все, да, делать дела. Миша. Здорово, Максон. Я вещаю из Норф Америки прямо сейчас. Как ты меня слышишь? Охуеть. Охуенно, да? Я понимаю, что ты говоришь, да. Все, заебись. Я американец. Кто это сам? Ты говорил, что я только рыбу добываю. Попробуй на костре это полетать. Похоже на рыбу? Саня, похоже на волка. Рестарт никто больше не будет. Дерево везешь, Крафа? Connected. Да-да-да, Санёк, сейчас. Ой. Все, бля, я с горем пополам зашел, пацаны. Здорово, да. А, Дани тут нету, anyway. Что там ты сделал? Ну, блядь, VPN нахуй скачал, который отдельно на игру работает. Из Норф Америки вещаю, блядь, теперь. Потому что это единственный сервер для этой игры, блядь. Ты при рестарте мне-то не теряли никто? Так, ну... Ну, это VPN Game, VPN помог, да? Нет, нет, помог, знаешь, как Exit Lag называется. Просто с перспективой вас любого так, походу, может ебануть, поэтому так, ну, запомните на всякий пожарный. Ща анонс сделаю. Там, короче, типа антидос-система какая-то на 4 часа меня ебанула, мой айпишник, блядь. Прикол еще в том, что, блядь, на сервере... Не факт, что на 4. Ну не, вроде Азизон сказал, что на 4, да? Или я ошибаюсь? У меня игра на английском стала, блядь. Хотя половина слов на английском, мне тоже. На английском. А, потому что переключили сайт на английский, возможно, из-за этого, кстати. Боже мой, Вильхёр, я потерял 3 верстака при рестарте. Честное слово, только скрафт. Я выдаю звук дочки. Так, Санёчек, пошли. Поймаешь меня на крючок? Сейчас, пока не пошли. Санёчек. Пойдем. А, Азизон, короче... Сейчас, Саня, ты слышишь меня? Да, тоже стой. Азизон спрашивает, вернуть ли русский язык, но тогда сайт не будет работать нормально. Я все понимаю так. Ну, я у чата спрашиваю. Я тоже буду надеяться, что я буду понимать. Ну, как бы тут... непонятно, что значит... В первую очередь скажу то, что я, блядь, в игру нахуй играю, не в сайт, но это во-первых, как бы, да. Во-вторых, ну, будем надеяться, что будет понятно. Просто у меня с английшем хуёво. У меня все изначально было на полуанглийском. Типа еда из хора был, писала. Здорово еще раз, парни. Здорово, Даня, здорово. Типа, вот это вот Макс скинул, это вот туда надо, да, идти, типа, регаться тут, связаться со Стимом. Слушай, и... Максим говорит, что нихуя не регал, но лучше на всякий пожарный зарегай, чтобы, типа, работал наверняка. Ага, здорово, все, команда. понял, сейчас сделаю. Я нихуя этого Санёк. Не делал, через Steam заходишь, просто коннектишься. Ты мне открыл склад? К другу, типа, да? Да. Ну, давай попробуем. Саня. Имею в виду, ты заходишь, блядь, в игру, да, в мир, где уже нету крокодилов, потому что их не всех открыл, истребили, Саня. Блядь. Да я в ахуе вообще, блядь. Я уже думал, может вообще не заходить, типа, знаешь, там... Нахуй уже... без крокодилов играть, вот сейчас да. Работает. А, у меня просто он красным все это время до этого, блядь, так, подключаюсь. Показывался. Мы не вчера играли с крокодилами, было просто охуенно, сегодня как-то не Бля, так уже. Не ужас. То, ну не то. Вообще, как будто... Бля. Прикинь, для пушки... Чтобы ее создать, нужно крокодиля кожа, а ее не будет. Я уже предлагал админу сделать этот... Диман. Заспавнить их в красную, не знаю, какую-нибудь. Слушай, у меня вроде заходит, кстати. Чё? А ты переезжаешь, что ли? Ну, не качай первую профу. А что? А сейчас разберусь теперь. Так, все, Санек, 4 стака залетели тебе. Спасибо большое. Еще раз за мяско. Мне показалось, что вы там отклеймили, ну ладно. Не, у меня даже меньше было всегда. Ну, о, это, Максим, наверное, кстати, пока Даня заходит в игру, взять. Скорее всего, поэтому лагает. Графон. Тебе надо камень? Да пока не особо, смотри, у нас там камни этого тоже. Ну, камень, строительный камень, для дома. А, для дома? Да пока рано, наверное, старик, у меня тут в дело не в прород, вообще не до дома. А, украшение, чтобы бонус больше давался? Или у тебя там есть? А что за украшение? Типа что? Походу, у меня отъебнул войс с модей. Мне просто надо, во, вот вернулся. Мне по-хорошему странички, потому что у меня, ну, понимаешь, типа вы там все странички мне обменяли. А смотри, ты меня слышишь? У меня, походу, Америка не выдерживает. Я тебя слышу. А, да? Значит, а смотри, у тебя тоже сейчас не говорит, да? Да, это у него с войсом что-то.
А, жестко, Америка, fuck yeah. Сломалась нахуй, поговорили, блядь. Это, чё еще раз, украшения, что за украшения, каменные, да, какие-то у тебя есть? Да, типа бонусы дают, там, кровать, ой, не кровать, говорю, стол-стул и какая-то лампа паяльная, ой, не паяльная. Жестко, ну, каменные я обменял бы у тебя на что-нибудь, например. А сколько они дают, я смотрю? А что тебе надо? Я не знаю, мне нужны, по сути, от вас странички, потому что вы уже давно все поменялись, а я, ну, мы с ребятами, по сути, бедненькие, то есть мы... А, так у меня, я странички не умею вроде бы делать, я даже не знаю, как странички, блядь, делаются. Ну, из книги там, типа. А, да. Стол исследований просто... там, да, надо? Да-да-да, мне, бля, я поменял у вас либо на строительный камень, на что, просто нам нужен, по сути, тоже клейм, я посмотрел, у вас огромные территории, вот, у каждого, а у нас, как у нас, наверное, у троих, потому что у нас ни у кого бонусов друг друга нет. А, ты можешь посмотреть, что за бонусы идут, когда наводишь мышкой по ним, Асма? Так, я не знаю, я, короче, я поставил этот стол и стул, да? У меня была кровать. Я, типа, говорят, убери стол, типа, он не должен стоять с кровати, я убрал, у меня стало не 3,5, а, ой, не 4,5, а 3,5. Угу. Так, ладно, мужики, новый вопрос, а как достать волокна, блять? Это серп нужен, да? Да, у меня его дохуи, могу дать. Волокна, я бы обменял, что тебе надо, Родос? Могу тебе хворост дерево принести. Дерево, блядь. А хворост не нужен? Не, хвороста у меня миллиард тоже. Сука. А сколько тебе дерева? Мне 30 надо всего. Сколько тебе принести дерева за это? 30 этих? Да. Ну, 30 дерева. Изи. Ты не дохуя ли хочешь, блядь? Ну, это, блядь, ты... Сделаю за 20 серп. Что сделаешь? Серп сделаю за 20. А, за 20 дерева, типа, ты сделаешь ему серп? Да. Ну, ты к Максиму тогда добудешь. Бля, честно, мужики, даже 20 дерева, да хуя. Не, мне не нужен серп, мне нужны волокна. Тогда ебись, не, как хочешь. Мне нужен серп, мне нужны волокна. Немножко волокон, блядь. Хорошо, немножко это сколько? 30. А ладно, Миша, дам я тебе эти волокна, сейчас приду. О, я знаю, что тебе дам, Родос. Я тебе знаю, что дам сейчас. Нечестная торговля, нарушение правил. Я тебе несу эти семечки, блядь, во. Давай. О, тут вообще, Родос, закачаешься, ебать. Надо было волокна поставить по цене, там, 0,01, бля, чтоб все скупали. Ну ладно, я еще одну штучку принесу тебе, так, чисто, ну, я по-дружески. Так и поставил, Родос, их никто не скупает все равно. Волокна, да? Да, нахуй никому не скупает. А где вы деньги берете? Тише, ну, древесная масса. Пока что деньги у каждого свои, типа. На фул, нахуй. Некая такая бесконечная валюта. Ну, это как торговля, очки, типа, это не деньги даже. Так давайте единую валюту изобретем. Ну ждем, нужно какие-то чеканить. Надо золото найди, мы отчеканим. У нас типа чего-то. Ты дома, Родос? Не, бегу туда. Так вообще валюта без мэрии и законов не будет работать. Надо сначала сделать. А, ну вот тоже проблема. Бля, ну Миша, я бегу сдалека. С джунглей я бегу. Ну сколько тебе примерно бежать? У меня, Миша, блядь, уже есть для тебя серп. Всего за 10 дерева. Ну. Блять, смотри, ну 10 дерева, я тебя могу покормить и дать 10 дерева. Идет. Ну давай к моему дому-то, а знаешь, где он? Ты в смысле, я что, доставка пока не изобретена, к сожалению. А, ну ладно, ну тогда сейчас. Ну ты далеко, нет? Я просто не знаю. Я в городе. Так, рядом с другом живет. А, ну, да? Мы соседи с тобой, можно сказать. А, ну все, это сейчас до тебя приду. Чисто по-соседски, блядь, да. Это Казахстан. А погоди, у меня... Бля, Максон, 9 бревен пойдет? 9 бревен и похавать. Да ладно, давай. Все, потом еще тогда занесешь. С тебя бревен упали. Похавать, блядь, да. Или так, 9 бревен похавать, и потом с тебя тоже скидочка на твои услуги. Кстати, смотри, нас купили деревьев, на пеньков насрали, пиздец, новые не будут расти. Бля, ну надо закон. Я вырублю потом. Не срубил пенек, нахуй, член, блядь, упал на 11 метров. А, здорово, я, блядь, просто не мог понять. Да-да, уже в заказе серп, работа кипит. Ну сами там поместите, да? А это вот эта твоя палатка верхняя, да? Я посмотрел, ягод вообще типа не осталось. Ну, давай, а это моя лавка, мы еще работаем над ней, пока не закончим. Блять, а я тут не могу ложить, мне надо... Ну мы можем отскочить, если что. Ну пошли отскочим. Вот тут же я могу. Отскочим. Ну я сделаю серп, по-моему, только фикс просто прям сейчас. Через 5 секунд. Не надо, Саня! Не надо! Да ты куда, блядь, одну нужно, украл? Правильно? Ну, получается так пока что. Хорошо. Все, погнали, отойдем. Давай, я тут тебя жду. А, уже на месте? Вижу. Да. Так вот, дрова и на покушать еще.
Вопрос, как выкинуть? Просто на мусорку перетащить? А, да, да, да. Да, на мусорку. Так. Это вкуснейшая акула. Сегодня ее поймал. О, ништяк. Слушай, я с удовольствием, если честно. Ага, все, от души. А дрова где? Привет. Дрова? Да, дрова где? Вот они. А, вижу. Все четко. Да, тебе тоже. Спасибо. Так. И вот это волокна, да? А, не, ну не так много, слушайте. Ну, в смысле, не так много получаешь, но... Получаешь волокна? Работает? Да, получаю, получаю, спасибо, работает. Ну, я честно, дается не так много на самом деле, поэтому... Да? Угу. Блять, вот найди еще место, где теперь можно будет собрать их. А ты не знаешь, как... А ты не знаешь, как склад расширить свой? Ящики какие-то? А, ну в крафте склад, типа сделай верстак, и там есть крошечный склад, маленький склад и склад. И вот большой склад — это заебатый такой мэн, огромный. Ага, вот мне он пригодится, блин. Вот, да. Спасибо. Сука. Арсюху не позвали? В смысле, всех звали? Всех звали, мужики. Кидали в это, в телеге кол. Чё, блядь, кто-то уже эту теру спиздил? Нет. А, или это типа хуйня не подходит, чтобы собирать... А, я голоден, блять. Ну это все потому, что на английский язык переключили, блять. Я нихуя и не понял. А, не выросло растение, блять. Не, нахуй, надо русский возвращать. Я ебал в рот. Все, 35 есть, нормально. Опа. А это уже мои посевы. Файберс. А файберс — это хлопок? Волокно, а, ткани. Я его подобываю, мне не впадлу. А это пшеничка, кстати. Пшеница, да. Хлопок — это коттон. Я только знаю, что коттон — это фамилия персонажа из фильмов Крик. Такой челик, он еще Саблезубого играл в... А, сука, у меня и эту часть земли спиздили уже, да? Блять, вот тут... Блять, вот это лав тоже. Нихуя он расширяется, блять, а? Короче, надо... И вот тут уже, да? Короче, сука, надо отжимать вот эти территории, блять. Что-то охуеть вообще. И вот эти тоже отжимать. А, вот что я вот это собирал. Короче, это хуета бесполезная. Вот что я могу сказать точно. Жратвы-то уже, а? Неплохо так копится, блядь. Наверное, надо сюда тоже потихоньку складывать. Удочка, блядь, да, это жужжит, заебало. Так.
Вот, стол для исследований. А, теперь мне обычные нужны деревья. Так, ну пойдем сейчас за обычными деревьями тогда. Топор я обычный взял, получается. Пока эту хуйню сюда скину. Я, наверное, пока ее и две лопаты скину сюда, потому что они пока нам не нужны здесь. Пойдемте за дровами там. Сейчас починим еще. Ой. Саня, я тебя слышу, слышу. Если что, ты можешь снимать. То есть, да, я понял. Если ты снимешь, тебе вернется листочек. Так, и пожрать. Бля, я бы Санчес потом у тебя приобрел, просто времени нету на рыбалку в принципе сейчас. Ты как бы на этом бабки делаешь, а вот нам уже, блядь, другой моментик. Я ничего не заработался. Угу. Бля, реально, а я могу игру вернуть? О, ты видел мельницу? Сука. Мельницу? О, реально, это у Вильхиора, охуеть, чел. Саня, а сколько твоя летит? Общей сложности всякого. Шаня, Зизон пишет, тебя разбанили, провайдер ответил. А, да, разбанили меня? Жестко. Ну потом уже Саня. Вырублю этот. Че, ну, Максон? У тебя сырая рыба дает. Животных... А. Сырая рыба. Сырая нисколько не дает. А что, так работает нормально? Ну вот ты ловишь ну, рыбу, типа, да? Ну, типа, знаешь, дилей чувствуется по небольшой, но в принципе норм. Это такая, ладно, разделанная рыба сколько дает? Не, приготовленная на костре есть. Она дает, ну, да, 400 килокалорий. 400 килокалорий. А, желудок полный. Слушай, а ты овощи как добываешь? Я купил у типа салат овощной, 60 штук там за 3 листочка, которые я тебе давал. А, я понял. Если что, я готов менять овощи на рыбу. Они дают 240 калорий один овощ, один помидор. Да, но тебе но... же, смотри. Мясо животных дает дохуя, по-моему, жира. А с да. рыбой дохуя белков. Пора вторым участком заняться. Я иду с него добывать деревья. Вот, как раз таки. Давай, шпик. Пока. Я как раз с него сейчас пойду добуду деревья. Это же моя земля, как бы. Теперь. Ой, я и ягодку тут еще соберу. Ай, красота. А могу съесть ее? О, да! Угу, делишес, блядь. Ой, не-не-не-не-не, только вот этим топором. Ладно, это все равно придется срубать. А, вот, блять, это здесь упало. Понятно, короче, тут не могу это использовать. Так, тогда ставим эту хуйню. Это просто... Нет, это вот тут, блядь, ты не поймешь, лагает ли из-за этого или из-за этого. Потому что вот перезаходит Сандей, лагает. Или из-за того, что VPN не увозит, тоже, возможно, лагает. Ямай, human error. Спасибо большое за 24 месяц переподписки. Спасибо тебе, старина, за уже целых 2 года в наших рядах. Благодарю тебя. Спасибо огромное. Бля, или может перезайти и вырубить нахуй, да нормально зайти. Мозга, чтоб не ебать. Блокировка была за большое количество UDP пакетов. Ага, понятно. Давайте перезайдем быстренько. Ну, чувствуются просто такие, типа, это, замедление, вот, да. Игра стала более размеренной, да.